вас настроение? Очень хорошее. Мы женщины, справимся, всякую работу делаем. С бодрым настроем дворник Анна Лызунова приступает к работе. Она со своими коллегами дает старт большой генеральной уборке. В Нижнекамске начался санитарно-экологический двухмесячник. За лопату взялся и Денис Баландин, руководитель исполнительного комитета города. На своем примере доказал, что акция объединяет всех. Мы сегодня в первый день этого двухмесячника вышли с предприятиями жилищно-коммунального хозяйства на уборку территории проспекта Мира. Для того, чтобы провести рыхление снега, убрать мусор и устранить последствия зимовки. Мы это делаем традиционно. Экологическая акция пройдет в 3 этапа. На уборку дворов и улиц города выйдут школьники, студенты, добровольцы и работники градообразующих предприятий. За каждым закреплен свой участок, который надо привести в порядок. На помощь приходит спецтехника. Расталкиваем кучей, рыхлим там снег. К весенним средникам может присоединиться каждый. Всем выдадут лопату и метлу. Желающие могут оборудовать инвентарь селфи-палкой, то есть во время уборки. Сделать небольшой перерыв, запечатлеть себя на фото и тут же выложить его в социальные сети с хэштегом «Эковесна». Победители ждут денежные призы. Ну а Нижнекамск должен засиять чистотой уже к майским праздникам. Альбина Валиева, Рафаэль Ракипов, новости НТР.